И возвращаясь ко дню знаний, сегодня в колледже индустрии питания, туризма и сервиса Черкесска открыли современные мастерские по компетенции поварское и кондитерское дело. Закуплено новое оборудование, соответствующее мировым стандартам. Альбина Ламкова продолжит тему. Торжественная линейка этого года для колледжа индустрии питания, туризма и сервиса стала знаковой, поскольку учебное заведение укомплектовали новым оборудованием. Для студентов открылись две мастерские. В этом году в республике открывается 6 прекрасных мастерских, что является грандиозным событием. Уверен, что основными определяющими успеха колледжа станут профессионализм и самоотдача. Перерезав красную ленту, почетные гости направились на экскурсию. Уже в холле накрыт стол. Все блюда приготовили сами студенты. Хоть угощения привлекали внимание, но все направились знакомиться с новым оборудованием. Всего было укомплектовано две площадки по компетенциям: кондитерское дело и поварское дело. Темп этим изменениям задала реализация федерального проекта «Молодые профессионалы национального проекта образования». Студенты уже на практике опробовали его. Одно из ключевых направлений в работе с новым оборудованием – это простота использования. Работаю, колледж позволяет взять свободное помещение и получать новые знания на других оборудованиях, более легче работать. Какое блюдо ты сегодня приготовил для гостей? Конфеты в корпусе, корпусные конфеты. Из белого шоколада и молочного ганажа. Обучение на новом оборудовании позволит студентам получать качественное профессиональное образование, а преподавателям специальных дисциплин и мастерам производственного обучения повышать квалификацию. Я вам хочу предоставить вот самые новейшие у нас взбивальные машины Робокоп, на которых мы работать можем шоколадом, измельчать его, не только измельчать, но и готовить шоколадные пасты, шоколадные глазури, мастику шоколадную, с которой можем готовить различные виды скульптур, различные виды цветов. Легко, когда есть все под рукой, и можно не на пальцах показать студенту, а показать именно на практике, как работать с тем или иным оборудованием. Поэтому здесь сейчас поставлена планка для того, чтобы наши дети получали повышенные знания. Именно такие знания помогут молодым специалистам достойно проявить себя на рынке труда не только в нашем регионе, но и по всей стране. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.